Сегодня у нас один из молодых аистов начал летать. Вот, но крылья подрезать мы ему не хотим, потому что все-таки надеемся, что мы их правильно кормим. И, как его сказать, тот сбалансированный корм, который мы им даем, позволит им набраться сил, чтобы осенью он мог бы улететь вместе со всеми аистами на юг. Вот он, сколько он находился уже у нас. У нас сейчас 9 аистов на территории. И, видимо, набрался сил, начал летать. Сейчас самое главное, чтобы он благополучно вернулся на место, где мы их обычно кормим, а не присел на большую площадку, где находятся собаки, те, которые его не знают. Михайловна! А можешь ты сделать вид, что ты их кормишь, или начать кормить? Может, он туда щеманется сейчас на эту... Да, увидит, увидит. Ты просто... Он далеко видит. Тань, перейди на ту сторону с волками, аист может туда перелететь. Давай я с той стороны... давай пробуй кормить. Подожди, 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 дай-ка рыбину, я попробую ему туда закинуть. Не, не достанет. Ну-ка дай-ка еще одну. Дай поближе докину. Не видно? Идет? Хорошо. Дай, нормально. Попробуй покорми, может, он сейчас увидит. Только аистов сюда вот, Михайловна, на вот этот угол калитки, чтобы он их видел. Рыбу-то вроде видит, а по крыше боится идти. О, полетел. Давай. Нормально. Отлично, молодец, все. Давай-ка ты счастливого пути. Молодец, умница, молодец. Вот так вот. Полетел. Молодец, полетел. Давай, молодец, умница, хорошо. Ну вот. Туда не садись. Садись, давай лети, лети сам, ищи пару свою. Вот самое интересное, вернется он назад или нет? Подожди. Да не, пусть во дворе бегает. Ага, он уже попробовал как-то. А мы его видели. Он теперь будет летать. Сейчас он понял, что кормят тут, дорвался до ведра и, просто отгоняя всех, лупасит и лупасит рыбку. Но он понял, что время обеда. Вот, понятное дело, вернулся, его прикормили ведром. Но так как он начал летать, нам, возможно, даже сегодня или завтра придется вывозить его подальше отсюда, подальше от приюта, чтобы он не вернулся назад. Почему? Потому что вот эти собаки, которые находятся на этой территории,
они их не трогают. Но если он сядет вот на вот этой территории, за забором, то может случиться непоправимое. Поэтому раз он встал на крыло и начал летать, как мы обычно делаем, мы их выпускаем. Есть только один, единственный старый аист, который четко приземляется на нужное место. То есть он улетает и прилетает. Но вот эта молодежь, она может печально закончить. Поэтому его срочно нужно вывозить и выпускать. На этом мы хотим закончить наше неожиданное видео. Я думаю, вы порадуетесь вместе с нами нашими событиями и новой жизнью. То есть, как его сказать, приют верность. Верность декармливает аистов, которые и докормили родители. Все, всем пока.